Здравствуйте, меня зовут Елизавета, и сегодня мы с вами проведем вечер с гитарой. Сегодня мы с вами выучим одну достаточно старую, но при этом не очень старую, как бы это ни звучало, песню. Она была очень популярна где-то 10 лет назад, и аккорды мне достаточно простые, но за счет того, что их много, учить их будет чуточку проблематично, именно запомнить последовательность этих аккордов. Но все же все возможно, занимаемся мы уже давно, поэтому я думаю, что мы с вами справимся. Так, давайте приступим к разбору аккордов. Итак, для начала нам надо понимать, какие аккорды у нас в куплете и какие аккорды у нас в припеве. И как это все у нас дело играется. Итак, первый аккорд в куплете. Это аккорд ЕМ, аккорд ми минор, дальше аккорд ре мажор, причем аккорд ми минор у нас играется два раза, будет у нас восьмерка, то есть у нас получается ми минор, дальше сразу ре мажор, один раз. Дальше снова ми минор. Опять два раза. И ми мажор септаккорд. То есть первая часть куплета у нас играется таким образом. Ми минор. Ми минор. Ре мажор. Дальше у нас до мажор, разделяем бой с ми мажор септаккордом, то есть у нас получается, то есть до мажор, ми мажор септаккорд, так и играем два раза. Дальше фа мажор. Также разделяем его с до мажора. И опять фа мажор и ми мажор септаккорд. Также разделяем. Итак, давайте сыграем весь припев целиком, как это будет выглядеть. Ми минор. Дальше, вот эта сложная часть у нас получается до мажор, ми мажор, септаккорд, до мажор, ми мажор, септаккорд, фа мажор, до мажор, фа мажор, ми мажор, септаккорд. И припев. Припев играется попроще. Он играется на четырех аккордах. Это ля минор, фа мажор. И целиком это будет выглядеть так. Ля минор. Фа мажор. До мажор. Ми мажор септаккорд. Такая последовательность повторяется два раза. Итак, давайте целиком соединим. Thank you.
до припева. Интересную песню мы с вами сегодня выучили. До свидания и до скорых встреч!